Ну что же, здравствуй, Пашенди, здравствуй, Димыч, с вами снова я, Кирилл, и мы продолжаем прохождение сериала The Evil Within, третий сезон, вторая серия. Ну что же, мы перескочили через одну серию, потому что у меня уже была первая серия третьего сезона, и теперь у нас вторая серия, собственно говоря, да. Ну и это офигенно, да. Ну что же, попали мы в новый эпизод, называется он «Глубины», в глубинах, то есть. В прошлом эпизоде мы потеряли доктора Марсела Хименеза вместе с Лезли. Попали в какой-то странный мир, за нами бегала многорукая няшка и много всякого другого дерьма. В общем, Рувик за нами тоже ходил, ну и мы, в конце концов, нашли наконец-таки Джозефа, нашли мы, да, его наконец. В начале игры ведь его не было, но мы его потом нашли. И теперь, собственно говоря, мы уже с ним, но он сюда не попадает. Сейчас он, мы его просто сейчас найдем. И сейчас у нас будет, короче, жесть, полная жесть. Но я не буду пока спойлерить. В общем, для начала я вам кое-что сейчас расскажу. Так, где там? В общем, я сегодня хотел вам рассказать о... Ой-ой-ой-ой, извиняюсь, не об этом, не об этом. Это уже мои мысли, не то, не то, не то. Я ни за что не сможете не волноваться. Все нормально, мальчики, извините за это недоразумение. В общем, для начала хочу сказать, что сегодня у нас день... Да, ну вот вчера был день... Вот такие вот дела. Ну, в общем, сегодня я приготовил для вас в момент этого прохождения, чтобы вам не было так страшно и скучно, некоторые истории. Но расскажу вам их по пути. Вот он, Джозеф. В прошлой серии мы... Ой, чё-то шоп, честно. В прошлой серии... Блин, секунду, мир забыл засечь опять, сучка. В прошлой серии мы его нашли, да, он был в какой-то капсуле, наверняка это и был Стэм, но только немножко отдельно из всех. Вот, стоит, сохраняет. Вот контрольная точка. Ну что же, сейчас будет один момент. Ну, историю я пока рассказывать не буду, потому что сейчас будет важный момент игры. Но я в течение прохождения обязательно вам расскажу. Ну что же, идем дальше, не будем затягивать время. Сейчас будет катсценка, смотрим, я умолкаю. Умолкаю, да. И буду думать, как правильно сформулировать вам свои истории, да, ребят. Все, смотрим. Kidman! А вот и Кидман. Пошли мы его, наконец. Wait a minute. It's another trap. Look. О, господи! Боже мой, помогите! It's much more loud. Только спасли его, блин. И уже. Начинается жесть. Joseph, да, Кидман. Yeah, Кидман уже заточена в более сложной ловушке, нежели чем Джозеф. Ее будет освободить гораздо, сука, сложнее. И это крайне хреново. Теперь нужно просто... У нас нападает толпа зомби. Нужно их, собственно говоря, обезвредить. Ах ты, зачем? Было поджигать. Давай, поджигайся. Поджигайся, скотина. В общем, сейчас нужно отразить войну этих зомби, а в дальнейшем потом просто Кидман нашу освободить, потому что... Где Кут? Сука, где Кут? Они нас окружили, скотина. О! Давай, убивайся нахрен. Давай, собирай, 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 собирай. Давай, гори. Гори пламенем. Еще один топорик. Обожаю эти топорики, в принципе. В общем, сейчас наша главная задача — это спасение Кидман, пока ее полностью не залило водой. Но сейчас пока что у нас нет ограничения по времени. Джозеф погиб. Джозеф, сука, погиб, дрыщ. Ладно, все. Сейчас будет все норм. В общем, нужно следить помимо здоровья нашего, на здоровье Джозефа, в общем. Никак не могу рассказать вам комфортную историю, но чуть позже я вам обязательно их расскажу. Так что готовьтесь, собственно говоря, да? Давай. Сейчас пропустим катсцену. Мы уже ее смотрели. Давай, Кидман. Катсцена где? Все. Пропускаем.
Все, теперь Joseph, самое главное right? следить за ХП Джозефом, потому что тоже это может быть нам... Если мы не будем следить за здоровьем Джозефа, это будет нам чревато плачевными последствиями, так что лучше уж, как говорится, застраховаться. Хотя, в принципе, у него тоже есть оружие, но тем не менее, давай, поджигайся, скотина! Почему нет кутов? Почему нет кутов? Я не понимаю, почему. Чётенько, чётенько. Давай, бери топор. Следим за Джозефом. Вон у него уже ХП отнимают. Самое дебильное то, что только мы можем восстановить у него ХП. Давай, Джозеф, держись. Давай, не будь филом, Кэссиди. Это, кстати говоря, очень опасная ситуация. Господи, помогите. Такое. Ай, сучка, пойди от меня, изнасиловать что ли захотел, гомосек. Охренеть. Сука, отстань, мразь. Скотина, отвали от меня. Я тебя... помогите. Мне уже надо восстановить ХП. Ай, сучка, сучка, отойди от меня, отойди от меня. У Джозефа уже мало ХП, где он находится? Вон он, вон он, вон он, быстрее, давай. В жопу патроны. Да где он? Ты что за хрень? Что за хрень? У него ХП мало. Быстрее, быстрее. Ты что, иди нахрен, скотина, блин. В жопу пошел, блин. Дай нам спасти Джозефа быстро. Давай, давай, лечись, лечись, давай. Давай, не попадайся. Есть идея. У меня есть отличная нахрен идея. Это что, не взрывательное, что ли? Давай, Джозеф, не погибай. Иначе меня бомбанет. Просто возьмем. Мы вот это. Хотя ладно, в принципе, их всего лишь-то. Три моих забовика вынесем. Гори! Гори, сука! Так, вот мы. Вот, появляются вот эти, сука, враги. Они очень опасные, они могут. Просто они начинают на тебя бежать, и они могут тебя тупо убить, понимаешь? Надо полностью вообще. Сразу же от них вообще удирать просто. В жопу просто. От них удирать! Сучка! Помогите! Твою мать! Быстрее берем! У нас там еще один шприц лежит. Лежит шприц! Бери, давай. Сейчас будет шприц, надо взять. Отлично. Давай. Все, сейчас мы должны, короче... Давай, давай, давай. А что делать надо? Ага, все, понял. Скотина, в него попасть невозможно. Отлично. Давай. Давай, рискни. Рискни, сучка. Рискни, давай, нападай. Я тебя топтал. Я твой дом в труба шатал, как бы сказал Степан ГТ. Чё, охерел? О, господи!
Помогите! Сейчас он просто сам подорвется. Я не уверен, что это все. Еще пруд. Еще волна. Я ненавижу эту волну. 4 не хватило. О, отлично. Еще шприц. Сука, отлично. Отлично. Жирная свинья еще к этому подходит. Иди отсюда. Гори. Гори. Давай. Мы взять не можем. Скотина. Жри меньше, жаробас хренов. Давай, надо в них дрыщи, нужно их победить. Скотина, ты максимум вот попадешь, так и только в себя. Худей, жиртрес. Понял, иначе получишь пулю в лоб. Никогда от меня не убежишь. Это я тебя еще пожалел. Господи! Еще один, скотина! Помогите! О, господи! Yes! Какого хера? Что случилось, я не пойму. Фух. Чуть у нас остается одна последняя задача. В общем, теперь мы должны, короче, добыть... В общем, сломать эту систему, в которой сейчас находится Кидман. Для этого нам нужно быстро просто реагировать. Просто на скоренькую бежать, как бы сказал Риджит. Так, подожди. Вот сюда. А там закрыто. И что делать, блин? Ладно. А, вот, открыть не получается. Вот, панель управления, да? Все. Давай, Кидман, держись. Мы тебя спасем. Все, короче, вот у нас индикатор Кидман, когда Кидман, короче, погибнет, то есть задохнется. Так что нужно быстрее спешить. Дверь открылась, разумеется. Гори, скотина! Гори! Гори давай! Тебе самое место просто гореть. Все тихо, мы не должны отвлекаться. Иначе нас задуют. Нас задуют! Ладно. Еще чего? У нас патронов, что ли, нету? Почему? Фух, слава богу, я не стрелял. Окей. Давай, пробирайся. Кидан в ловушке. Он даже быстро может бежать и перезаряжать ружье. Офигенно. Так, у нас тут коды, короче. Верхний на 22, нижний на 5. Верхний. Ставим на 22. Так, у нас 21. 22, все. И нижний на 5. На 5. 2, 3, 4, 5. Все. Смотрим концепт. Сука, мы победили этих тварей. Все. Офигенно. Мы спасли Кидман. Господи! Джозеф, Кидман! Они провалились. Только мы их спасли, блин! И капец копцов, сука. Они провалились, короче. Это хреново. Это крайне хреново. У меня, кстати говоря, закончились патроны. Все, в общем, тут у нас уже нет ограничения. Давайте соберем то, что осталось, да? То, что на этих жиртресов все патроны потратил, да? У нас там еще осталось. Остались 4.
Вот такие вот дела. Да, довольно сложно было, если честно, спасти Кидман, да. Но это еще легкая, да, легкая сложность, обычная. Я представляю, что здесь будет на выживании. Тут вообще будет практически невозможно ничего вообще сделать. Вот такие вот дела. Короче, расскажу вам сначала историю номер один. Такая легенькая история. Короче, все обычно. То есть, я помню, мне, короче, в школе одноклассник такой говорит. Говорит, Кирилл, ты уроки сделал на завтра? А я ему отвечаю вот такую вот фразочку. Рот я их ебу! Да, какие уроки, блин? Я уже все ответил. Все, в общем, надеюсь, я вас подбодрил. Все, в общем, давайте осмотрим, куда же делись наши герои. И он спрыгнул такой высоты и не разбился. Офигенно просто продумали, офигенно. Как? Почему? Да. Но не суть. Потому что я вам еще сегодня не рассказал бомбу моей программы, так сказать. Так, интересно, а если я выключу фонарик, будет темно? Да. Темно только у жопы не у них. А тут всегда светло. Так, короче. Однажды подслушал разговор про то, что я несу, по меньшей мере, полный вздор. О том, что я смешон, и что мои друзья такие же тупые пустозвоны, как и я. Ладно, шутка, конечно. О, факел, факел, я болею за факел. Нет, я его слал. Гори, гори, сучка. Ты тоже. Вот они начинают так бить, блин, дай. Да нам еще, блин, повезло. Нам еще повезло. Так, ну что же, тут уже слишком темно становится, давай лучше включим, пожалуй, мы свет. Так, что у нас тут? Да нет, Себастьян. Все, ничего у нас здесь нет. Нет, кроме баночки, конечно. В общем, еще одна история. В общем, эта история довольно пошлая, короче. Так что я даже поставлю к этому видео ограничение 18+, потому что, ну, пошень. Ну, это легкая, такая быстренькая такая история просто. Но я ее говорю только потому, что я снимаю видео для вас. Санючки. Короче, просыпаюсь сегодня я утром, а у меня член... Неровно встал. Обычно он всегда ровно поднимался, теперь он поднимается нет. Ладно, все, бред я несу, сейчас уже полностью какую-то пошатину просто несу, извиняюсь. Вот, все, извиняюсь, уже второй раз, то есть, да. Не обессудьте, просто чисто ради смеха, ради прикола. Что это за... Потому что игра и так страшная, да. В общем, сейчас мы идем, отправляемся искать наших друзей. Надеюсь, что мы их найдем. Так, прыгаем, хоп. Давай, Нику Белич, делай. Делай трюк Нику Белича. Так, тут у нас, по-моему, находятся какие-то важные предметы, насколько я помню. Расскажу вам еще одну историю. Историю, как говорится, из моего детства. Ну, короче, помню в детстве, короче, когда я был маленький. Ну, вы знаете, что у всех маленьких детей, всем, точнее, маленьким детям, взрослые надевают подгузники, чтобы они не писались и такое. И, короче, у меня была такая же херня. Я, мне короче, батя все время менял подгузники. И просто он все время менял их, менял, и просто уже у него бомбануло. Он все время, когда менял мне каждый подгузник, каждый день. А, ну, я туда гадил, конечно же, в подгузники. И не только туда писал, но я туда еще и, ну, как вы понимаете, какал, то есть, да. И он мне все время после каждого подгузника говорил... Ты что, обосрался, что ли, мудак, блядь? А уж... И он мне каждый день еще кое-что говорил. Подгузник. Засрал. Ну что поделать, блин. Я тогда не мог себя контролировать в этом плане. Так что вот такие вот дела. Так, у нас тут контрольная точка. Надеюсь, что с нашими друзьями, товарищами сейчас все хорошо. Так, открываем тут дверь. Что это такое? Скелеты, что ли, какие-то? Сейчас уже просто обосрусь. Хотя вряд ли. Так как я тоже сейчас сижу и ржу вместе с вами над своими же идиотскими шутками, которые понравятся только какому-нибудь бомжу. Ладно, все, не суть. Ох, господи. Не, ну, я, в принципе, с такого стоя я бы не разбился. Где же наши герои? Мне уже поскорее хочется это узнать.
А, хорошо, что я его поджег, да? Бывает, что они встают, бывает, что... Нет, господи! Что-то каратистый. Какого хера он... Он полностью... Ладно. Га... На спичек нет. Ладно. Скотина, он не отстает. Бомж, иди отсюда, бомж. Я тебя не звал. Да что ж такое-то? Я же урон от рукопашки прокачал. Дрыщ какой-то как бьет. Все. Мое терпение лопнуло, скотина, блин. Иди отсюда. Сука. На, тварь. Футбольный мячик тебя сейчас забьет. Тебя измажут. То, что на меня нападал. За него приходится шприц, блин, тратить. Скотина. Ладно, в общем, чтобы мой бомбалейло закрыть. Кто это стреляет? Себастьян! Ух ты, Кидман, я рад тебя видеть. Опять этот жиртрез, иди нахрен, жиртрез. Жирную жопу. Давай, ходи отсюда, этот дрыщ какой-то. Так, осторожно. Иди отсюда. Извини, Кидман, так вот получилось. Все, подыхай, жирная свинья. Так, тут баночка. Расскажу вам свой коронный номер программы чуть попозже. Все в порядке, наконец-то мы восстановились. Кстати, а почему у нас показана только жизнь Джозефа, но не показана жизнь Кидман? То есть мы что, опять ее потеряем, что ли, я не пойму? У нас почему-то закрыто. Странно. Такие вот дела. Небольшая отсылочка к Resident Evil 4. Да. Когда Эшли тоже у Леона так прокрадывалась, там в какие-то щели открывала дверь ему с другой стороны. Да. Это сразу видно. Сразу заметно. А Кидман... А у Кидман неплохая попа. Ладно, шутка, конечно, я не извращенец, чтобы говорить. Я просто шучу. Шучу. Так. У нас тут... Сейчас она нам дверь откроет. Пипец. Себастьян как воздушный шарик вместе с дверью такой отталкивается. Это реально не продумка вообще. Сейчас чуть-чуть попозже. Расскажу вам свой коронный номер программы. Так, у нас уже 21 минута на счету. Хотя даже чуть побольше. Послушаем диалоги. Я пока помолчу. Что же сейчас на нем? Я как черепашки-ниндзя по канализации бродим. Что это такое? Ай! Мне тоже отдало в уши. Я тоже вместе с ними это переживаю. Я тоже в стеме. Мне рубик захватил. Что это было? Сука, мы что, опять что ли разделились? Я не понял, на. И ящик не открывается. Писец, конечно, полный. О, сохранение. Отлично. Идем к сохранению. И у нас очередной дневник Себастина. Надеюсь, что он нам понесет что-нибудь веселое. Типа задницы, которую он смотрел, да? И немножко ошибся в прошлых прохождениях. На самом деле, это была не первая его запись в дневнике про то, как он пялился на задницу Майера, его коллеги. А это была какая-то другая запись, по-моему, вторая или третья, что ли. Ну, давай прочтем эту. Мне что-нибудь интересно. А, нет, это не дневник Себастина, это приглашение на свадьбу. Детектив Себастьян Кастеланус и детектив Майер Хэнсон. Они уже, то есть, вышли замуж. Офигенно. Значит, не зря он пялился на задницу. Счастливо пригласить вас на торжество по случаю их свадьбы в субботу 17 сентября 2005 года в полдень, отель Веранда Кримсон Сити, после церемонии Фершет. Ну, удалось Себастину заполучить сердце и душу своей коллеги, да, и теперь они вместе. Себастьян, have you forgotten something?
Забыл. Ключи дома. Отдайте, пожалуйста. Ладно, мы сейчас можем сохраниться. А у нас, кстати, ключик есть, интересный. Короче, и последний номер моей программы. Короче, мне пришел однажды жаловаться мой друг. Мой друг, давний, мы с ним знакомы лет так, наверное, 6-7, наверное, да. Пришел мне жаловаться на то, что его... Потому что его бросила девушка. Его девушка его бросила. Он к ней, вы видите ли, приезжал. У них все было нормально. Она живет во Владивостоке. А он живет в Воронеже. Да, это очень далеко, сука, да, вообще. Это очень далеко. Но суть не в этом. Суть в том, что они любили друг друга. Они очень любили друг друга. И у нас все равно не хватает на патроны. Ладно, сейчас попробуем перезарядить. Да, они любили друг друга. У них все было хорошо, пока не появился ее любовник, который увел. Да, бери ты. Который увел эту девушку его у моего друга. Тогда моего друга серьезно бомбануло, потому что в один прекрасный день он снова приехал, именно приехал, не прилетел с Воронежа во Владивосток, а приехал. А это заняло ему дней, наверное, 10-11. Он приехал к этой девушке в Владивосток и узнал, что она его кинула. Она просто ему звонит, да, с Владивостока и говорит: я тебя кидаю, типа ты мне больше не нужен, пошел в жопу, типа все такое, да. И у моего друга, короче, серьезно бомбануло, он забил стрелу тому парню, который увел ее у него, у моего друга. И когда она окончательно его бросила, у него была примерно такая реакция. Как? Как? Нет! Откуда? Так много! Такая жопа вообще! Просто! Так обидно! Вообще же далеко, да? Далеко! Это очень далеко! Такой вообще факт! Да что? Мне тоже жалко его. Он 1000 километров преодолел, чтобы туда приехать. Он 1000 километров. Он 2 года с ней встречался. Он ездил к ней каждый день. Как каждый день? 10 дней он ездил. То есть туда-обратно 10 дней, понимаешь, не на самолете. Это так обидно, понимаешь? Ёпта. Я так переживаю. Что? Отсюда даже можно вылезти? Охренеть. Это охерительно просто, это просто охерительно. В общем, ладно, не будем разглагольствовать, нет у нас никаких ключей. Просто сейчас мы, короче, сейчас проапгрейдимся. А сколько у нас, короче, мозговой жидкости? Надеюсь, эта дверь сейчас доступна. Доступно, смотрите, это хорошо. Короткий путь, да? Да, мне его действительно жалко, все-таки человек ездил так далеко, тратил такие большие деньги на бензин. Благо у него еще была своя машина, да. Так бы он просто вообще. 1000 километров, даже больше, какой тысяча? Больше во много, где-то 1010, наверное, километров, что я вообще говорю. То есть вообще, потом у него так бомбануло, как вот на этой сцене, которую мы недавно смотрели. Так что, ну, ребята, вот, не заводите девушек, они всегда вас... кинут. Лишь единицы нормальных, остальные все. Ну, короче, не буду говорить, потому что... Ну, каждое может случиться со всяким. Так, давай сохраняться. Мы сохранимся не здесь. Мы сохранимся вот здесь. Окей. Так, сколько у нас там времени? Ну, сейчас еще чуть-чуть пройдем до одной контрольной точки. И нормально. Короче, да, вот такие вот дела. Разумеется, это была шутка. Разумеется, я просто решил... Мне просто было много идей в голове. Я все это придумал в школе, чтобы вас рассмешить, мои друзья. Про член я тоже решил вас рассмешить. Разумеется, я никогда... Мне похрену. Я просто встаю утром, я пью.
Я ем кашу, пью чай, мне плевать на то, что там встает, не встает. Я просто, чтобы вас рассмешить, все это сказал. Так что не думай, Димыч, что я какой-то там педалька, либо извращенец там. Просто все это ради юмора, ради вас, мои пацанючки. Не побоюсь этого слова. Так, ну в общем, ладно, закончились сегодня у меня. Закончился у меня сегодня словарный запас шуточек. Может быть, я какие-то за... Сука, не нахрен, бутылка тупая. А какие-то я, может быть, забыл, в принципе, шуточки. Потому что у меня их было очень много в голове. Но надеюсь, что все основное я вам сказал. И в следующей части будет жесть. Да, будет полная вообще жопа. Сразу вам говорю. Серьезно говорю. Так, подожди, аккурат. Растяжка, сучка. Так, давай мы ее обезвредим. Господи! Все нормально? То есть мы до нее докоснулись, да? У нас там еще лестница стоит. Нас спалили. Дурак, беги. Охренеть. Че, встаешь? Что это за бред? Что это сейчас был за бред? Ух ты. Это мне уже нравится. Открыть. Что открыть-то? А, ящик, как я мог его не заметить. Просто такой черный, что его хрен заметно. 3-4 спички. Отлично. Но они уже не оживут, в принципе, смысл их вообще что-то там делать. Короче, там у нас идет путь дальше, то есть путь вперед. А что же тогда у нас, в принципе, там? Я так и не понимаю, в той лестнице. Давай посмотрим. Может, что-то интересное. И на этом я уже, думаю, закончу. Прохождение, хотя... Короче, ладно. Это мы узнаем уже в следующей части. Ну что же, на этом конец второй серии. Нас еще тут забыл. Патрончики для пистолета. На этом конец второй серии третьего сезона прохождения сериала игры. Игра сериала The Evil Within. Надеюсь, вам понравились мои новенькие истории. Надеюсь, вам понравилось мое бомбалейло, как меня бомбило. Надеюсь, вам понравилось приключение, то, что мы нашли Кидман, то, что мы воссоединились и опять все растерялись. Это, конечно, крайне обидно. Ну, короче, оценивайте, говорите, что вам понравилось, что вам не понравилось, ставьте мне мысленные лайки, говорите мне вам мысленные комментарии. Надеюсь, я вас поразил своими сегодняшними шуточками. Ну и с вами был я, Кирилл. Видео было, как всегда, для Димыча и для Пашендия Пацанючка. Удачи вам, мои дорогие, и пока. Увидимся в третьей серии третьего сезона прохождения The Evil Within. Удачи вам и пока. Пока-пока. Будьте здоровы.